Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Garmin D2 Bravo. И сейчас я покажу вам, как подключить их к Android-устройству. Итак, для того, чтобы подключить данные часы к Android-устройству, нам нужно скачать приложение Connect Garmin на телефон. Далее, здесь на часах, чтобы их включить, мы их подключаем к зарядному устройству. Нам нужно выбрать язык. Ищем язык. По-моему, здесь нет русского. Да, поэтому я выбираю английский. Далее выбираем километры или мили. Далее выбираем формат времени, пол, год рождения. В общем, настраиваем наши часы. Выбираем вес, выбираем рост, запястье, на котором будем носить наши часы. Далее здесь мы можем настроить дату и время по GPS. Я нажму нет. И теперь мы получили доступ к часам, теперь заходим в приложение Garmin Connect. Здесь на часах я зажимаю кнопочку Up и выбираю настройки. Далее мы ищем здесь Bluetooth и нажимаем Pair Mobile Device. Теперь здесь в приложении мы нажимаем на плюсик в правом верхнем углу. И нажимаем обзор всех совместимых устройств, если часы не нашлись, и вводим часы, которые нам нужны. Находим часы. Здесь также мы можем все настроить. Нажимаем «Далее» и нажимаем «Поиск устройства часов». У нас находятся часы, нажимаем «Ок». Теперь нам нужно ввести вот этот код на наше устройство. Нажимаем ОК, и таким образом мы подключили часы к Android-устройству. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.